Приветик всем, ребята! Кента пока на проводе! И перед началом моего крутого видеоролика Ваш Кента ПК Разыграет 1000 БС Голды И чтобы я получить Чтобы ее получить совершенно бесплатно Вам, ребят, надо всего лишь-то Поставить огромный жирный лайк Дальше Вам, ребят, надо подписаться на мой канал Ну и в конце Написать хороший комментарий То есть, ребята, чтобы получить 1000 Голды Надо всего лишь-то поставить лайк подписаться и написать хороший комментарий. Ребят, ну капец, как все просто. Так что давайте не ленитесь. Ну чё, бандиты, прямо сейчас ваш Кент ТПК вам покажет самые крутые и самые топовые идеи в игре Блок Страйк. Ребят, если они вам нравятся, обязательно поставьте огромный лайк. Ой-ой-ой, тут же какая-то фан-встреча собралась возле меня. Короче, ребят, смотрите, если мы наберем много лайков, то разработчики поймут то, что эти идеи очень крутые и, возможно, ребята их реализуют. Так что давайте не ленитесь и не жлобитесь на ваши лайки хорошие комментарии. А если вы напишете больше 10 комментариев, то я вас лайкну. Ну, вы поняли, пишите в комментариях больше 10 комментариев любых, я, ребят, вас пролайкаю. Так, ну что, поехали. Идея номер один, она самая крутая, самая годная. Вы, ребят, сейчас будете просто в шоке. Добавить новый режим под названием освобождение заложника. Да, да, да. Ребят, это было бы круто, это было бы классно, и давайте в честь этого запустим новый хэштег заложник. Ребят, хэштег заложник. Вот не знаю, как вам, но как по мне, но, блин, это было бы классно, это бы сильно разнообразило игру. Ребят, кто играл в CS 1.6 или в CSGO, тот поймет, в чем суть. Если вкратце, э, синяя команда должна освободить заложника, а красная команда должна, наоборот, его защищать, чтобы его не освободила синяя. Короче, ребят, там будет полное рубило, полное мясо, и это очень крутая идея. Я вам просто, прям, просто обещаю. Если ее добавят, то это будет мой любимый режим, наверное. Так, ребят, идея номер два. Это, черт возьми, наконец-то добавить новый ножевой кейс. Ну согласитесь, ну народ, ну все хотят нож. Даже я, 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 Кент ПК, я, ребят, тоже хочу нож. Я хотел бы, чтобы раз в году, один раз в году добавляли новый секретный кейс, а именно ножевой. То есть, ребят, всего лишь один раз в году, чтобы каждый из вас мог выбить ножей на весь год. Ребят, я не прошу много, всего лишь один раз в году добавить ножевой кейс. Блин, ребят, это было бы классно. Ну и наша заключающая идея – это, ребята, добавить статистику, э, а именно статистику нашей регистрации, а также, ребята, наше общее время онлайна. Смотрите, то есть мы видим, э, как давно я начал играть, а также, ребят, видим общее время, которое я провел в онлайне, то есть так же самое, как с играми в Стиме. Так что, ребят, в принципе, в принципе, идея очень крутая, не знаю, как вы, но как по мне, она действительно заслуживает вашего внимания. Так что, ребят, если вам понравились подобные идеи, поставьте лайк, также напишите снизу в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего. Ну и, в принципе, на этом все. С вами был Ваш Кента, пока, всем удачи и всем, всем пока. Пока-пока.